Добрый вечер, уважаемые друзья. Добро пожаловать на матч Мелбет первой лиги, село Песчанокопское. Чайка против Ярославского Шинника. Середина сентября, лучшее время для футбола, естественно. И у нас сегодня на повестке дня матч 10-го тура. Вперед, полный вперед, он сказал, поехали. И мы начинаем. Шинник вводит мяч в игру с центра поля. Давайте, собственно, с состава ярославцев и начнем. Даже треть сезона не прошла, но, судя по всему, ярославцы в лучшем случае снова будут в середине турнирной таблицы. Удар. Попытался здесь Александр Хохлачев в лед пробить. Знаете, если брать в расчет именно факел, то нередко у воронежцев такое в премьер-лиге было. Руденко! Какой гол! Вот это Владислав Руденко проверил Дениса Вамбольта. И Денис оказался не готов. Давайте еще раз посмотрим. Но тут, конечно, ничего не предвещало. Но, честно говоря, как-то вольготно себя Владислав Руденко чувствовал. Сместился с левого края, с левого полуфланга в центр. И не обнаружил там никого. Ждал передачи, но получилась она не в такт, не на ход. Поэтому пришлось останавливаться, разворачиваться. Загре. Вот то, о чем я говорил. Момент опасный может быть. Руденко. Нет. Удара. Сейчас будет удар. Сейчас будет удар! И будет гол. 2-0! Ликует Песчанокопское. Это 2-0. И это... ну, давайте называть вещи своими именами. Это привоз. Привоз имени Бена Загре получается для ярославского Шинника. Данила Янов. Вот его колотушка. Сухомлинов, Зинков, а если пробить? Нет, скрытая передача, Федоров! 1-2, Шинник в игре! Вот так вот команда Дмитрия Черышева возвращается в этот матч. Захар Федоров забивает свой мяч в этом матче. И это всего лишь второй матч в сезоне для Шинника, когда в игре с участием ярославцев забивают и они сами, и их соперник. Но еще раз, не покидает у меня ощущение, что Федоров мог еще своей команде сегодня что-то дать. Куль пошел в обыгрыш, вошел в штрафную. Что здесь? Судя по всему, ничего. Абсолютно невозмутим. Абсолютно просто бровью не повел Станислав Матвеев в том эпизоде в штрафной площади Чайки. Это не таргетмен, не страйкер, скажем так, не форвард, который завершает атаки. А вот момент, опасный удар! 2-2! Шинник! Артем Малахов! Мог ли сделать Дмитрий Черышев замену лучше? Я сомневаюсь. Шинник уходит с 0-2 по ходу матча с Чайкой. Артем Малахов сравнивает счет. Невероятно. Просто супер. Развитие событий для ярославцев. Розыгрыш на этот раз. Даже до подачи дело не доходит. Ужгин возвращает мяч. Вот пошла подача. Скидка! В дальний угол скидка была. Чуть-чуть буквально там. Считанные десятки сантиметров. Вот от кого уж большей активности впереди я ждал, честно говоря. Но что есть, то есть. Длинный заброс. И Малахов. А если пробить? Малахов! Да ладно! Вот это сюжетище бы был. Артем Малахов убрал шикарно под правую. Но дальше махнул мимо ворот. Фол был, фола не было. Поэтому Чайка. Каков Загре, а? Решающий перехват матча на счету Бена Загре. И на этом все. Это было круто. Поздравляю вас, уважаемые друзья, с тем, что мы это видели. Вам, уважаемые друзья, спасибо за внимание. Рад был для вас работать. До скорых встреч. Пока еще услышимся. Остаемся на связи.